зачем я пошла домой к Антону? Ведь знала, что там, скорее всего, будет Наташа. Знала и пошла. Вот и получила. Дура. Кто виноват, что стало вдруг одиноко? Ань, ты почему до сих пор кровать не убрала? Ты вообще на часы смотришь? Ой-ой-ой, я даже еще не умылась. Так, а это откуда? Папа подарил. Папа? Ну вы подумайте, еще недавно у нас не было денег даже на карандаши, а теперь вон какие у нас подарочки, а? Ты его видела где? Ну, мы встречались. Встречались? Ну, конечно. Бросил ребенка ради какой-то, а теперь подарочками задабривает. Ну, конечно, чувствует свою вину. А я бы на твоем месте отказалась. Ну, о чем мы там разговаривали? Да так. Где он сейчас? У своей этой и мастерской. Мам, я не спрашивала. А что ты раздражаешься? Я тоже могу. Мне, между прочим, хуже, чем тебе. Вы вон встречаетесь, кофе пьете. А я одна. Никому не нужна. Я, между прочим, для него все делала. А он пришел и ушел. Мам, может, он еще вернется? Я его уговаривать не буду. Ну ты не уговаривай. Ты просто постоянно не обвиняй его во всем. Значит, он во всем виноват, а я молчи. Да он меня предал. Мам, ну так же ничего не получится. Как будто непонятно. Если ты будешь постоянно требовать от него, чтобы он каждые 5 минут перед тобой прощения просил. Но он же готов был вернуться. Готов? И вы посмотрите, он готов. Но это я должна была быть готова, чтобы он вернулся. Я ему не изменяла. Давай собирайся в школу. Что там у тебя? Эй, не читай. А в мое время у девочек от родителей секретов не было. Там что, что-нибудь запретное? Да не запретное. Просто там стихи. Надеюсь, приличные. Ну, мам. А что, мам? Я не могу посмотреть, что должна думать. Ну, это просто мои. Господи, выключай давай, пошли завтракать. У тебя есть 5 минут. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы неведомо куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Алло. Это кто он? Мама, это меня. Я спрашиваю, это он? Это кто он? Антон, извини. Господи, я думала, это твой папаша. Да, я слушаю. Ты вчера заходила, но почему в квартиру не зашла? Случилось что? Спроси у Наташи. Ань, я... Проблемы, друг? Ты сам не знаю, трубку бросила. Слушай, меня эта тема со студией уже парит. Ты девчонкам скажи, или сегодня, или никогда. Я Толяна напряг, он согласился, а тут эти девчоночьи непонятки. Да все будет нормально, сейчас я Наташке звякну. А это точно? Тема реальная, Толяночный крутейший звукорежиссер. Запись на студии бабла немерено стоит. Но сегодня подходящий день, хозяина нет. Он по дружбе все проведет, все в лучшем виде сделает. Я еще обещал компьютерными программками закинуть, так что он постарается. Второго шанса не будет. Юные партизаны, блин. А если вляпаемся? А ты каркай побольше. Ладушки, все, я погнал.
Могу, кстати, в школу сейчас забежать, девчонкам обо всем сообщить. Ну, заодно обрисую, как в студию добраться. Давай, беги. Если бы не этот тупой гипс, я бы сам сбегал с удовольствием. Ладно, лежи, балдей, набегаешься еще. Спасибо, что игрушку занес, а то бы я тут со скуки сдох. Давай, развлекайся. Дожили! В 10 классе расписание уроков проверяем. Надо же, а? До тройки скатилась, медалистка. Классный руководитель домой звонит. Беспокоится, а ей хоть комар в ухо залетит. Да, я свою жизнь кладу. Днем и ночью покоя не знаю. Хочу, чтобы она в люди выбилась. Чтоб в магазин могла зайти с гордо поднятой головой, а не копейки считать. Чтоб образование высшее получила. Ты хоть знаешь, что такое хорошее высшее образование у нас в стране? Это как нефтяная скважина. Если, конечно, ты не полный кретин. Она тройки по химии получает. Да я только одну получила. Ты лучше помолчи. А то я себе котлету по-киевски сделаю. А это как? Тебе лучше этого не знать. Ну, как тебе палящее солнце? Какое солнце? Как какое? С которым ты вчера на свидание бегал. Забыл? А, Маша. Маша. Простокваша. Что замурлыкал, как мартовский кот? Валерий, ты как со мной разговариваешь? Я все-таки твой отец, а ты со мной разговариваешь как с подружкой. Не с подружкой, а с другом. А ты что, против? Я не против, но... Нарушение субординации? По уставу не положено. Ладно, не парься, товарищ подполковник, отец по совместительству. Все с тобой ясно. Валер. Алло. Доброе утро, девушка. Мне пошли хайского паса к телефончику. Опоздали. У нас уже есть одна кандидатка. Чего это мое сердце зря, я тебе эту Машу нашла? Лер, я могу спокойно позавтракать? Кушай, кушай, кушай. Шанхайский барс. Ой, нет, ну надо же, а? Педагог предлагает тройку исправить, а ей, видите ли, некогда. Интересно, чем она так... Плотно занята, ты случайно не знаешь? Может, она опять в этой рок-группе играет, музычкой балуется? Ну смотри, Жень, если я узнаю, что ты ходишь на репетиции... А ты чего молчишь? Что, со мной не согласна? Или я один тут болван? Под ногами вас путаюсь, а вы все такие умные. Молчишь? И правильно, лучше помолчи. Значит так, с завтрашнего дня будешь водить ее из дома до школы. Из школы и обратно. Вот так, поняла? Может, вы мне еще ошейник купите? Хорошая мысль. Спасибо за совет. Ой, едь. Котик, что случилось? Черт. Я сейчас зеленку принесу. Что там про Африку? Нет бы новости про заложников. Они опять про девиц этих глазатых. Ну что они себе думают? Там люди пропали. А им хоть бы что. Подожди, а что за заложники? Да несчастье у меня личное в масштабах страны. Детей моих, сына с женой в Нигерии, папуасы эти проклятущие украли. Что хотят, то и делают. Что делают, то и хотят. Вот именно. А у меня внучка Леночка дома одна. Сердце не на месте. А у меня внук, Петька. Витамином меня назвали. Я говорю, Вениамин, я понимаешь, Вениамин. А он все равно кричит, Летамин! Ну, что ты мучаешься? Позвони и узнаешь, что и как. Не-не-не, спасибо. Да что ты? Что мы, девицы красные какие, кокетничать? Давай звони. Ведь вот принципиально не заводил эту технику. А ну, видишь, пришлось. Я на машине. Алло. Ой, дед, привет. Да у меня все нормально. Это я просто лук резала. Да, решила картошку с луком пожарить. Ладно, а то горит уже. Чего не слышно? Я говорю, в школу опаздываю. После школы жди.
Ань! О, привет. А ты что здесь делаешь такую рань? Я тебя поджидаю, украсть вот решил. Ой, вон Лерка идет. Лер! Слушай, ты что, боишься оставаться со мной наедине? Да расслабься, я все давным-давно понял. Зря, я человек адекватный. Сказали нет, значит нет. Просто ты прикольная девчонка, и я не хотел терять тебя как друга. Спасибо, я тебе тоже. Ладно, собственно, я по делу. Я на сегодня пробил для вас запись на студии. Извини, но это не ко мне. Лучше с Наташкой поговори по этому поводу. А, отлично. 5 баллов. То есть ты издеваешься, да? Знаешь, чего мне это стоило? Что за шум, а драки нет? Да так, ерунда. Просто мой друг, звукорежиссер, хороший парень, решил сегодня рискнуть своей работой, чтобы сделать мне небольшое одолжение. А, собственно говоря, записать диск для каких-то там ранеток. А, супер, ничего себе, ерунда, спасибо. Я-то думал, что вам это уже неинтересно. Как это неинтересно? Еще как интересно? Где, когда? К 3 часам. Я вот накидал здесь адрес. Смотри. Значит, на автобусе. 2-я остановка. Слева маленький козырек. Увидите, он там один такой. Mm-hmm. Подходите к студии, звоните на мобилу Толяну. Вот номер я подписал. Ага. Слушай, этот Толик что, правда такой крутой? Крутой, не крутой, но сделает все. Не подкопаешься. Профи. Понятно. Слушайте, я, может, тоже подкачу, если получится с работы пораньше смотаться. У нас проникновение секретное, поэтому не болтайте. Шпионские страсти? Через окно или через подземный ход? Шапку-невидимку оденем. Ой, Гацу, слушай, ты, оказывается, такой прикольный. Я такой. Издалека не проглядишь. Ладно, я надеюсь, до скорой встречи. Пока. Пока. Липатова, зазналась? Я на алгебру опаздываю. Не поняла. Это она со мной не хочет разговаривать. Интересно, и как же вы будете вместе в группе играть? Липатова! Привет. Кого высматриваешь? Смотри, бедная Женька. Ее родители уже под конвоем в школу водят. Здрасте. Здрасте. Счастливая. Я бы сейчас все отдала, чтобы мама с папой рядом были. Че там, про них ничего нового нету? Молчат. Я сегодня всю ночь новости смотрела, по каналам гоняла. Думала, что-нибудь скажут. Бесполезняк. Ладно, не переживай, все хорошо будет. Конечно, мои страдания не идут ни в какое сравнение с Ленкиными. И все-таки любовь – это такое мучение. Ты что вылупилась? Представляешь, под руку смотрят. Терпеть не могу, когда мне краситься мешают. Да это же Алёхина. Её мама до школы провожает. Так. Здравствуйте, садитесь. Так. Значит, сегодня мы с вами будем писать сочинение. Южин, раздай тетради. А что за гул? Ну что за гул? Я ж вас на прошлой неделе предупреждала, что у нас будет сочинение. Елизавета Матвеевна, а можно сочинение дома написать? Я знаю, как вы дома пишете. Обложитесь критикой и вперед. А я, Семенов, хочу знать твои собственные мнения. Ну, вы сами напросились. Так, тихо. Открыли тетради и пишем тему сочинения. Образ народа в поэме Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Елизавета Матвеевна, вы ничего не путаете? Поэма – это же в стихах, а «Мертвые души» – это проза. Все, веселишься. Ну ничего, Семенов, я тоже повеселюсь, когда поставлю тебе оценку за сочинение. Я вам еще раз напоминаю, что это сочинение – единственный шанс для некоторых исправить оценку в четверти. Особенно касается тебя, Алехина. Ну ты хоть бы 4 получила. Я не понимаю, что с тобой происходит. Ведь ты шла на медаль. И вдруг... Елизавета Матвеевна, вы мне мешаете сосредоточиться. А ты, Семену, мешаешь остальным. Пишите. Одеть, пришлось юбку напялить. Опять твоя старая песня? Да не, серьезно, я на диету села, все. Привет, дочь. Какие у тебя на сегодня планы? Еще не знаю.
что? Да вот хотел тебя в гости пригласить. Куда, в мастерскую? Нет. К Лизе домой. Не получится. Мы с девчонками на студии демо-диск записываем. Понятно. Ладно, я пойду. Демо-диски не записывают. Ну кому нужна их самодеятельность? Папа, как ты вообще можешь? Ты меня зовешь к своей какой-то там... Я даже слова не подберу. Ну ты все-таки подумай. Перезвони потом. Блин. Жень. Алёхина. Иди садись к нам. Сидишь там одна, как сирота. А почему ничего не ешь? Я на диету села. Еще вчера. Глупости. Ну кому нужны все эти диеты? Ну посмотри на меня. Я ем шоколад, булки. Ем и худею. Не знаю. Наверное, ты права. Ты же лучше разбираешься. Ну еще бы. Ну, мужики все мои. В смысле? Ну, в смысле могу закадрить его. Смотри. Главное – послать правильный взгляд. Вот видишь, они уже на нас смотрят. Зорин сам на нас посмотрел. Что ему надо, интересно? Что, глупая? Думаешь, запал? Хватит на него так пялиться. Ты что, Зорина никогда не видела? Люди, вылупились. Такие дуры не могу. Зачем тебе мозги? Тебе ж с ними не в шахматы играть. Зеленого хотя ничего. А те две полный отстой. С ума сошел? Зеленого ему ничего. Да у него таких, как ты. Да. Неплохо было бы с ней развлечься. Еще бы. Но только к ней на хромой казе не подъедет. Там мне как два пальца. Че ты гонишь? Мажем? Давай. Смотри и учись, салага. Привет, красивая. Позвони. Я балдею. Зорин там по линии свой телефон. Вот видишь? Сам подошел. Ведь я на него только посмотрела. Классно. Думать, я звонить ему буду. А что, нет? Нет, конечно. Я что, похожа на дуру? Зачем тогда номер взяла? Ну так, для коллекции. Так, Юзга. Мячик на родину, тренировочка кончилась, все по домам. Нет, ты тренировал, что нечестно. Чего нечестно? Быстро домой, бегом. Вы думаете, мы успеем порепетировать на перемене? Думаю, нет. Но и выбора у нас тоже нет. Так что будем пробовать успевать. А если? Представляю, как мы сегодня диск запишем. А Аня? Женя? Где они? Где-то носят. А нам еще песню выбирать. Давайте обсудим без них. Да? Может, вы без них еще и играть думаете? Какая вы группа, Гидрине Фене, если у вас командного духа нет? Типа один как все и все как один? Типа! Только все за всех и все за одного! Чего вы к словам-то цепляетесь? Между прочим, у нас есть дух. Мы даже у друг друга домашку списываем. Вы где были? Вы время видели? Алёхина, мы за тебя должны твои клавиши таскать. Это из-за меня. Простите. Ну что, готова к труду и обороне? Я-то готова, но боюсь, меня сегодня родители из дома не выпустят. Чё припёрлась тогда? Толку-то, раз на запись всё равно не придёшь. Подождите, у меня есть идея. Надо сказать твоим предкам, что ты идёшь куда-нибудь сегодня заниматься. Только надо придумать, куда. Ты же у нас самая умная. Я, кажется, знаю, к кому можно обратиться. К Светке Павловой из 10 Б. Она у меня в том году на Олимпиаде по химии пошла. Ничего себе, я думала, это ты у нас круче всех. Ну вот, все складывается. А она вообще вменяемая? На нее можно положиться? Я попробую. Главное, чтобы мама не усомнилась. Остальное я решу. Ну вот, бери и договаривайся. Проси политического убежища. Только, Алёхина, я этот разговор не слышал. Конечно, не слышали, Виктор Михайлович. Ну что, Рокки, играете? Получаете? А то. А сердце не спит. Новикова! Инвентарь же! Все равно казенный. В том-то и дело, что казенный. Сломаешь, потом новые не купят. Давайте попробуем еще раз. Да уже раз 100 пробовали. Я вот лично не представляю, как мы это будем сегодня записывать. Может, хватит болтать? Давайте еще раз сыграем. А сердце не спит. Полный отстой. Соберитесь. Все в порядке. Просто чего-то не хватает. Времени. Драйва.
Да, порепетировали. Знаете, я тут подумала, может, вообще завяжем с этим делом? Вечно кому-то что-то не так. Новикова, ты свой пессимизм оставь при себе. Нет, Виктор Михайлович, это реализм. Ну, вот, началось. Так, все. Сейчас разберемся. Одну секундочку. Куда вы выперлись? Вурдалаки, почему без швабр? Бегом за швабрами! На секунду. Только нам это все равно не поможет. Как мы будем записываться без репетиции-то, а? Точно так же, как и с репетицией. Главное, не волноваться. Ценный совет. Жалко, что вы сегодня с нами не поедете. Нам вас будет очень не хватать. Увы, у меня еще 3 урока. Девчонки, облом. У меня кёрлинг. Ну, сделал все, что мог. Девчонки, чего вы раскисли? Справимся? Если мы так будем всегда расстраиваться, у нас никогда ничего не получится. Пойдемте на урок. Виктор Михайлович, а что такое кёрлинг? Если бы я знал. Иди на уроки. Давайте, ребят, заходите. О, дочура. Ну, как успехи? Исправила 3 по химии. Молодец. Мам, по химии я исправила, по остальным предметам. Ты знаешь, у меня немножечко оценочки ухудшились, но ты не волнуйся. Как ухудшились? Ты что у меня такая бестолковая? Тебе что, мало от отца утром досталось? Ты вообще представляешь, что он с тобой сделает, если узнает? Да, мам, я все исправлю. Ты меня сейчас только отпусти к Свете Павловой. Мы с ней позанимаемся, она меня чуть подтянет. И речи быть не может. Ну, честно, знаешь, какая умная, она тоже на медаль идет. Все, твои уловки больше не пройдут. Хорошо, и пусть я получу 2, вы будете виноваты. Ну ладно, пусть эта Света к нам приходит и с тобой занимается. А я вам пирожков с капустой напеку. Знаешь, мама, она не придет, она такая вредная. Еще не на капусту аллергия. Прямо на капусту. А ты откуда знаешь? Да все знают. Ты кого хочешь спросить? Ну ладно, а где она живет? Да вот здесь, рядом. А телефона, конечно, нет. Почему нет? Есть. Я с тобой пойду. Мама, да мы так уже со школы смеются. Ну что, я должна как собака какая вокруг дома ходить и мерзнуть, пока ты там занимаешься? Нет, зачем ты будешь вокруг дома ходить? Ты же знаешь, что папа сказал глаз с тебя не спускать. Что ж, ты хочешь, чтобы он мне голову оторвал? Ой, мам, что ты сразу в крайности бросаешь? Человеку свойственно ошибаться, надо уметь прощать. Вот, Светка, мы как раз тебя ждем. Ну что, пойдем? Здравствуйте. Здравствуйте. Пошли. Все. Гутул сказал здесь ждать. Ну, слава богу. Хоть какой-то перекур. Немного странное место для встречи, вам не кажется? Почему не возле входа? Вы ничего не перепутали? Нет, точно здесь. Ну все, девчонки, до перевала. Ну что, еще ходит? Ага. А если она вообще не уйдет? Да не, обязательно уйдет. Сейчас начнем свой любимый сериал, она его никогда не пропускает. Ну, стоит требовать доказать. Шла. Как раз успею приехать на студию, сыграть и вернуться. Угу. Спасибо, Свет. Если что, на связи. Удачи. Ну, всем привет. Так, прошу прощения. Да, товарищ звукорежиссер. Ждем дальнейших указаний, бригада в сборе. Ага. Так, бойцы, нам нужен точный маневр, направленный на окно. Значит, Толян там отвлекает врагов изнутри. Если цель ясна, можем начинать. Надо Женьку подождать, у нее какие-то там технические проблемы. Не-не-не-не, у нас нет времени. Позвони ей и скажи, что мы ее потом встретим. Что еще за окно? Вот оно. А почему не через дверь? В жизни приходится чем-то жертвовать. Либо комфортом, либо деньгами. Так, я против. Это незаконно. Если нас поймают, мы лишимся инструментов. Еще потом должны останемся. Я не понял. Я все сделал. Все на мази, а вы мне тут... Виктор Михайлович, ну мы все равно не сможем деньги на студию собрать. Это же наш шанс. Давайте рискнем. Я предупредил. Толян, ну что? Все ништяк. Папа свалил, теперь я команду. Лезьте. Я не понимаю. Если он главный, почему вы в окно лезете? Господи, что я делаю? Я же ваш педагог. Виктор Михайлович, успокойтесь. Они у вас спортивные. Так, быстренько, не спим, настраиваемся. Виктор Михайлович, а сфотографируйте, пожалуйста, у нас, когда мы будем играть, ладно? Да без проблем.
Что за перец? Мы насчет него не договаривались. Да это так, препод. Очень музыку любит. Алло. Да. Хорошо. Там Женька на улице. Ее охранник не пускает. О, блин. Алехина, куриная башка. Сказали же, придешь, позвони. Инициативная она наша. Ладно, пойду встречу. Стой, 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 стой. Расслабься. Ты работай, ты творческая единица, я разберусь. Так только смотри, там без палева. Давайте, 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 давайте. Стой, стой, стой. Прячься, прячься, бля. Что тут, парень? Махмотка. Да я тут у вас сольник записываю. С продюсером пособачился. Решил подышать. То убью его сейчас. Понятно. Только, парень, дышать надо в специально отведенных местах. Алёхин. Маленькая, такая тяжелая. Зато умная. Наконец-то. А мы думали, что ты уже не придешь. Ну где вы были-то? Окно искали. Давайте начнем. Я готова. Сердце не спит, сердце поет, сердце тебя ждет, 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 ждет. Сердце спит, сердце поет, сердце тебя ждет, 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 ждет. Алло, да, муза студия. Нет, ваш заказ перенесен на завтра. Профилактика аппаратуры. Достали. Слушайте, а хозяин не убьет потом? Ты уже третий заказ снимаешь. Меня? А где он потом такого звукаря найдет? Да меня все студии на части рвут. Так, что здесь происходит? Коржов, я тебя спрашиваю. Какого черта ты за пультом делаешь, а? Тебя кто за пульт пустил? Почему Льва Гавриловича завернул? Ты понимаешь, сколько я денег на этом потерял, а? Какого хрена ты профилактику объявил? Твое дело бумажки в нужное место перевозить, вон людей встретить. Это кто? Идиот! Ты кого сюда понапускал? Кто это? Здравствуйте. А мы школьная рок-группа. А вам из префектуры обязательно за проявленную благотворительность грамоту пустят. И, может быть, даже наградят вас лично и ваших великолепных сотрудников. Спасибо вам. Спасибо. Девочки, собирайте инструменты, уходим. Вот. Не можем больше оставаться. Концерт. Все собрали. Спасибо. 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 Ну, вы даете, Виктор Михайлович. Ну и реакция. Спортивная. Не, ну главное так, с напором. Ага, круто. Я аж испугалась и хотела убежать. Угу. Твое дело людей встречать, бумажки отвозить, такой весь розетокий. Прям техасская резня, бензопила, часть вторая. Гуцул, а теперь Толика уволят, да? А ты его к нам зови. Надо будет директора упросить, чтобы он нам радиорубку сделал. Будет главный по звуку. Ничего, парень, смышленый, с огоньком. Ты тоже не промах. Нам такие нужны. Ладно, я пошел. Пока. Ага, давай, иди, иди. На глаза больше не попадайся. Спасибо за диск. И за бурю эмоций. Пока, Гуцул. Счастливо. У-ху. Пойдемте. О, привет честной компании. Привет, дедуль. Здравствуйте. Доставай, доставай свои писульки. Представляете, Игорь Ильич, ему нельзя, а он пишет. А вот, думаю, это вас взбодрит. Паровоз, дочернее издательство «Семафора», напечатало отрывки из вашего романа. Приятно, черт побери. Спасибо, Игорь Ильич. Порадовались старика. Добрый день. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Улыбаетесь? Что новенького? Хорошо. Да у нас-то все по-старенькому. А вот у вас электрокардиограмма хорошая. Другие анализы тоже в норме. Ну что ж, есть улучшение. Положительный сдвиг. Но подлечиться еще надо. Нога меня ваша беспокоит. Постельный режим, естественно. Да, я тут выписал кое-какие лекарства. Рецепт. Лекарства дорогие, не знаю, к
карману ли? Доктор, зачем мне лекарства? Я здоров как бык, мне хоть сейчас на поле. Я вас, конечно, выпишу сегодня вечером, как обещал. Но только вы мне пообещайте, Петр Никонорович. Если себя почувствуете плохо, будет какое-то недомогание, сразу звоните. Под вашу барышню ответственность. Ну, всего доброго. До свидания. Спасибо. Это завершающий этап их развития. А что сейчас я там Женю? Алло, да, мам. Еще занимаемся. Да, хорошо. Давай. Ты что ей сказала-то? Я рассказала, как размножается тычиночный шестикрыл. Надо же было как-то время потянуть. Ну ты даешь. Уж есть чем перекусить. Я так есть хочу ужасно. Не могу я здесь. Соседа выписали. Страшно одному по ночам. А мы сегодня наш первый диск записали, представляешь? Ну-ка. Чего ж ты сразу не сказала? Это же прекрасно. Правда, я Игорю Ильичу уже все по дороге рассказала. И я думаю, что ему будет уже неинтересно. Да нет, я с удовольствием послушаю еще раз эту занимательную историю. Ну, давай, давай. Ну, в общем, там такая фигня приключилась. Зря ты от чая отказался. Конфеты объедение. Не хочу, у меня от сладкого зубы болят. Ну и ладно, мне больше достанется. Слушай, мы тут диск записали, улет. Хорошо, что успели. Ну вот. Степнов фотосессию строил. Я тебе потом фотки покажу. Слушай, если тебе не интересно, я не буду рассказывать. Мне интересно. Мне интересно, почему Аня на меня обиделась? Почему она тогда не зашла в квартиру? Ну, ты помнишь. И почему она сказала, спроси у Наташи. Я понятия не имею. Не ври мне. Вы же подружки. И вообще, что происходит? Ответь мне, Липатова. А то я с тобой вообще разговаривать не буду. Маркин, ты прям как в детстве. Не дашь мне свой мячик, и с тобой разговаривать не буду. Да, но только мы не в детстве. Не замечаешь, мы уже взрослые. И для меня это очень важно. Если для тебя это так важно, сам и выясняй. А мне наплевать и на тебя, и на твою Аню. Наташа, объясни мне все, пожалуйста. И мне очень нравится Аня. Помогаешь, какая умница! Наташ, ты чего? А ничего! Я пришла сообщить тебе радостную новость. Я была у Антона. Так вот, мы поссорились первый раз за все время из-за тебя. Ты, наверное, рада, да? Нет, ты просто счастлива. Правильно, радости ты победила. Знаешь, я, в отличие от тебя, не буду путаться у вас все время под ногами. Не привыкла мешать людям. Вы меня больше никогда не увидите. Я навсегда исчезну из вашей жизни. Я летую из школы, из группы вообще. Так что, пожалуйста, желаю счастья. Боже мой, что я наделала? Я все испортила. Но я же не виновата, я старалась не мешать. Что ж теперь делать? Алло, да, пап, привет. Нет, не надумала. У меня дела срочные появились. Хотя, что я теряю? Это, наверное, будет даже забавно. Я папа и его любовница. Хуже, чем есть, уже все равно не будет. Хотя, знаешь, я приду. Клюмина, не суетись. Доставим в целости. Иди лучше дверь подержи. Дедуль, тебе больно? Ничего, Леночка, все хорошо, все нормально. Наташ, можно потише? Ты мне мешаешь. Наташенька, что с тобой? Ну, успокойся, все пройдет.
Наташ, ну ты скажи мне, что случилось, может, я могу тебе помочь. Отстань! Отстань меня, Баху, мне тебе никто не поможет. А вот будешь себя так вести, я вынуждена буду вызвать врача. Я позову психиатра. Ну сколько можно реветь? Уже второй час пошел. Доченька, ну скажи что-нибудь. Что случилось? Кто тебя обидел? Ну только не плачь. Алло. Гоша, я видела время. Я уже еду. Не надо меня пугать. 15 минут погоды не делают. Ну как я тебя оставлю? Ну ты же слышишь, я на съемку опаздываю. Хорошо, меня уволят с работы, вот мы тогда вместе-то и поплачем. На, Надечка, выпей. Ну, выпей. Выпей, это валерьянка. Сразу успокоишься. Ну, поспишь, успокоишься. Скоро приедем. Гоша, я уже в такси. Опять что-то забыла. Ты чего? В квартире жара. Не знаю, в кино обычно больных укутывают. Да то больных, а я здоровый. У тебя же нога. Ну что нога? Зашевелится, никуда не денется. Вот это я называю силовая тренировка. Извините, в пути неподручное было. Виктор Михайлович, вы прямо наш спаситель. То роман таскали, теперь вот автора. Сколько я вам денег должна за машину? Ты, Кулемина, думай, когда блины на штангу вешаешь. Какие деньги? Виктор Михайлович, все, я сказал, не хочу слушать. Лен, не спорь с педагогом. Педагогам завсегда виднее. О! Живой. Вдох, выдох, и мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливах, не боясь и не тая этих чувств сильных, ловим сладкие. Хорошее фото. Сколько тебе здесь? Лет 7. А мама, она не дома? А вы не заметили? На съемках она. Садитесь. На съемках? Оля стала таки актрисой. У нас с ней мечта была, знаешь, я известный музыкант, а она столичная актриса. Нет, она ассистент по актерам. Носится с ними целыми днями, как угорелая. Оля, сколько лет прошло? Она все такая же неутомимая, деловая. 16. Ну, что ты такая сердитая? Неприятно, что я приехал. Вы тут ни при чем, у меня тут свои проблемы. Расскажешь? С какой стати? Тапочки одень, пол холодный. Спасибо. У меня на кухне пирог. Аня, я, конечно, все понимаю, но ты постарайся, чтобы нормально было, ладно? Я постараюсь, но обещать ничего не буду. И почему я вообще должна стараться? Пусть она старается. О, слушай. Так это моя гитара. Теперь она моя. Сохранили. Старушка, сколько ж мы с тобой повидали, а? Сыграешь? Хотя нет, подожди. Пусть у каждого из нас будет своя память, а? Нифига себе! Сыграй на ней. Она же теперь твоя-то, а? И мне будет приятно. Плохо, да?
Мне, конечно, до вас далеко. Нет-нет-нет, ты молодец. Конечно, на такой гитаре даже Острик сыграет. Ты же забавная эта девчонка. Только давай договоримся. Обращайся ко мне на «ты», а то как-то, ну, странно. Мы ж не чужие, а. Спасибо за гитару. У хорошего музыканта должен быть соответствующий инструмент, да? Да, чуть не забыл. Держи, это твое. Спасибо. Но пусть лучше она у вас, в смысле, у тебя будет. Только это все зря. В доме врага не едят. Аня, а ты почему не ешь? Я не хочу. Я дома поела. Ну, хотя бы попробуй. Лиза очень хорошо готовит. Я это делаю только ради тебя, папочка. Ну как? Вкусно? Но мама все равно лучше готовит. Вот пирог. Великолепный. Мне подруга рецепт из Италии прислала. Нет, салат вкуснее. Это я не сама. Это мы с Мишей в магазине купили. Слушай, приезжай-ка ты ко мне в Германию, а? А? Заметано. Значит так, в любом случае я делаю приглашение, а ты подумай. Угу. Спасибо. А как твоя семья? Не будет против? Семья, семья. Художник должен быть свободным. Так что у меня нет семьи, приезжай смело. Да, еще. Не в моих правилах давать советы, но, знаешь, даже когда тебе хреново-хреново, не надо замыкаться в себе, а? Знаешь, у меня так было, знаешь, такая жизнь, сплошная черная полоса. Это я бросил все и начал с чистого листа. В Германии? В Германии. О, гитара. Да? Анечка у нас на гитаре играет. У них в школе даже своя рок-группа есть. Сыграешь? Нет, спасибо, что-то не очень хочется. А Лиза тоже здорово на гитаре играет. Романсы. Все на слух может подобрать. Ну, ерунда. Самоучка. А может, зря я так на нее накинулась? Нормальная вроде женщина. Она же в конце концов не виновата, что в моего папу влюбилась. Эх, бедная моя мамочка. Ночные возвращения у нас вошли в привычку, да? А что ты вообще тут делаешь? Это не важно. Вот тогда, где я была, тоже не важно. А девочки твои, между прочим, все по домам. Я звонила. Ты что, опять с ним была, да? Я так и думала. Знаешь, чтоб с матерью дома побыть вечером. Вот сейчас выкину этот мобильный телефон. И посмотрим, как ты будешь со своим любимым папашей разговаривать. Только попробуй. Пробовать нечего. Чокнутая! Тебя видеть не могу! Правильно отец к Лизе ушел! Лиза хоть нормальная! Значит, она тебе нравится, да? Да! Я у нее даже сейчас была! Представляешь? Ну ты как? О, я смотрю, все в порядке. А я бегу вся в муле, с работы отпросилась. Это что? Это подарок отца. Кого? Лагуткина? А он что, здесь был? И он у нас теперь, оказывается, отец. Ну да. В конце концов, это же правда. Ну да. Гитару подарила, и как будто этих лет и не было. А интересно, а что он делает в Москве? То 15 лет ни слуху, ни духу калачом не заманишь. А тут здрасте вам. Повадился. Интересно, откуда он адрес узнал? Мам, а можно я в Германию съезжу? Куда это ты собралась? К нему? Ну да, он мне уже вызов выслал. Так у нас добрый папочка, посмотрите. Слушай меня, ни в какую Германию ты не поедешь. Я не разрешаю. Я взрослая, мам, я имею право. А если не пустишь, я к нему вообще жить уеду. Ух ты, глянь-ка, она имеет право. А я у тебя паспорт заберу.
Господи, как меня это все достало! Как бы меня все достали! Неужели я не могу хоть раз в жизни делать так, как хочется мне? Детский сад, не истери! Я хочу! Ты еще встань ножками потопай! Или отпустишь, или я что-нибудь вообще с собой сделаю! Ты что, меня пугать придумала, да? Пугать меня будешь? Ты еще об этом пожалеешь, поняла? Отстань от меня! Ты меня никогда не понимала! Как ты смеешь так говорить? Наташа, вернись! Вернись, я сказала! Здорово. Слушай, я решила уйти из дома. Можно тебе переночевать? О чем речь? Залетай. Но я все равно папу на задание вместе покукуем. С матерью проблемы, да? Угу. Бывает. Эх, родаки, вот напасть на нашу голову. Пойдем. Просто испортить жизнь человеку, и как это страшно. От одного твоего слова, взгляда или неверного движения все может полететь в тартарары. Вот как у Брэдбери. Раздавил бабочку, и чья-то жизнь оборвалась. Я ужасно виновата перед Наташей. Она права. Я не должна была маячить все время у них с Антоном перед глазами.